В данное время в мировой космонавтике используются два вида ракетоносителей несимметричной конструкции. Это советский «Буран» на базе ракетоносителя «Энергия», а также американский Space Shuttle. В обоих случаях для вывода на орбиту этих конструкций используются основные двигатели самих ракетопланов и самих ракетопланов для коррекции стабильного полета. Я предложил симметричную конструкцию ракетоносителя с двумя ракетопланами многоразового использования на базе ракетоносителя «Ангара» с максимальным количеством боковых ускорителей, который может поднять до орбиты до 35 тонн полезного груза. А также ракетоносители имеют такие плюсы, как экономия топлива для коррекции устойчивости стабильного полета за счет симметричности конструкции и увеличение объема полезного груза. То есть это первое – большое количество пассажиров, второе – возможность доставки и возвращения космических аппаратов и станций, третье – возможность создания на орбите межпланетных станций для полетов на другие планеты, а также возможность экскурсии в космосе космическими туристами, использование самых мощных двигателей и экологически чистого топлива. Это симметричная конструкция ракетоносителя с двумя ракетопланами многоразового использования. Представляет собой ракетоносители «Ангара-А7» с максимальным количеством боковых ускорителей, а также два ракетоплана «Байкал», которые составляют симметричность всей конструкции, и третья ступень с контейнером для полезного груза.